Мы разработали 70 показателей, где вот есть доходность. То есть, кстати, русские токсичные деньги, они как бы не всегда интересны. Всем привет, с вами Финансовый Бутик. Привет. Куликов Дмитрий и Павел Дюх. Ну что, давай мы сегодня, знаешь, что затронем с тобой такую тематику. Ты же там 2 года ездил по Азии. По Азии, по Ближнему Востоку. По Ближнему Востоку, да. Таджикистан. Дубай. Дубай, да. Что я видел, да? Да, расскажи мне, знаешь, вот такую вещь вот по поводу Куала-Лумпур. То есть вот почему туда вот идут китайские инвесторы? В чем вообще разница? И почему у тебя там клиенты именно оттуда, большая часть именно оттуда? Да, Дим, я вот хочу рассказать вообще, что я ездил, какие я объекты видел, да, с чем я столкнулся, как я встречался. Допустим, жил я на Бали, прилетел на Бали, именно стал искать инвестиционно привлекательную недвижимость для наших клиентов. И мне приходилось встречаться с разным типом людей, да, начиная там от миллионеров и заканчивая, у которых супер виллы, да, для голливудских звезд. Вы на нашем ролике даже видели одну из таких вилл, на которой жила Бейонсе, Ричард Брэнсон, да, там 2500 долларов в сутки стоит эта вилла, да. Именно меня когда хозяин Гонсало подвел, говорит, вот, Паш, она типа на этом именно унитазе сидела Бейонсе. Я говорю, ну вот, интересная история, видеть такие объекты. И это, на самом деле, такие объекты, они в закрытой продаже находятся. И доступ к ним есть только у каких-то фэмили-офисов, либо топовых менеджеров, или как в России называется? Риэлторов. Ну, это не да. совсем даже риэлторов, агентство по агентство, недвижимости. Агентство, да, у топовых агентств по недвижимости. Просто такие люди, они не хотят, чтобы к ним водили толпы непонятных людей, да. А они хотят, чтобы сразу пришел какой-то целевая аудитория, клиент, у которого реально есть деньги, который купит, да, потому что, извините меня, делать толпу из риэлторов на какой-то виповский объект, который еще издается, да, где живут клиенты и так далее. То есть, и вот на Бали, да, вилла. Человек, у которого он построил 65 вилл топового, да, там испанский архитектор строит, показали мне всю стройку, мы подружились, да, и привлекаем туда уже инвесторов, которые могут получать доходность. Но мы если не, они не только именно на да. этот объект, а именно на конкретных, я так понимаю, на конкретных людей. То есть, ну, на да. архитекторов, на да. он тоже вкладывается своими деньгами. То есть, чтобы какой-то купить объект на острове Бали, топовый объект, мы это сможем сделать, потому что уже все своими глазами увидено, потрогано, как говорится, знаем плюсы и минусы. Это очень важно. Потому что сидя в России и наблюдать, что тебе продают там за границей, это две разные вещи вообще. Нужно реально прийти на объект. Потому что, да, по Инстаграму, я не знаю, в Ютубе. Нужно реально посмотреть. Ведь пока есть же там этот риэлторы, которые по Инстаграму показывают. Затем, допустим, в Таиланде, да, я жил на Самуи, на Пхукете. Также смотрел объекты недвижимости. Могу сказать, что вот это как раз история там и работает. Есть Инстаграм или Ютуб, видео и реальность. Я там заселился, помню, в один отель. Он тоже такого лофтового характера. Я видео вставим. Дим, я покажу тебе, скину видео. Но там вот такие минуса были, что там, допустим, выключатель пол отваливается или еще что-то. То есть, если сфоткано, да, это все идеально. То свет тупит, то какой-то кондиционер не там работал. И плюс они продают, как бы, там апартаменты при этом отеле еще есть, они продают это клиентам. И я там встретил девушку русскоговорящую, чисто в бассейне, знаешь, познакомились, молодая такая. Она говорит, я купила в этом отеле, она живет в Сингапуре, и я купила в этом отеле две квартиры, за 100 там, или за 200 тысяч долларов, уже точно не помню, да, какая стоимость там была, ну, примерно от 100 до 200 тысяч. И она говорит, Паш,
через два года там все покрылось плесенью. Ну реально уже... Они, влажность. Там даже продать она уже не сможет. И говорит, я даже уже не знаю, что делать. И мы, говорит, только с семьей иногда прилетаем, уже отдыхаем. Да, они отдали на управление там. То есть вот это очень важно, чтобы прилететь на объект и посмотреть для клиентов именно, что в этом вообще творится. На Пхукете такая же история была. Но самый больше мне понравился и... Какие есть у нас хорошие знакомые, которые продают в Куала-Лумпуре, да? Именно закрытые объекты, куда доступ, грубо говоря, только к family офисам. Потому что, ну, допустим, есть объекты из Four Seasons. Ты этот ролик не показывал, я знаю. Нет, вот, как раз ставишь, да. Да. Это закрытый лот реально был, да? Стоимость его около там 2 и 3 миллиона. То есть сейчас варьируется. Показывал менеджер, но этот менеджер мне сказал, мы сюда, и был еще один там коллега, он говорит, я живу в Куала-Лумпуре там 25 лет, много объектов продавал, но, говорит, первый раз на таком объекте. То есть благодаря нашим связям... Местный житель попал на этот объект. Да, местный житель попал на этот объект, и сам маленькое. Ну, объект стоящий реально, просто там... 53 этаж, весь Куала-Лумпур. И... Слушай, расскажи эту историю про объект, когда красивые фотки, все классно, центральная лицевая часть, а когда выходишь на задний двор, видишь очень тихих соседей. А, есть тоже такой объект продавался, то есть... Все классно, все хорошо, да. Вот вы, если откроете журнал там этой строительной компании, там этот объект весь разрисован, все отлично. YouTube там ролик снят, что там все счастливы, довольны. Ну, выходишь, 2-3 метра проходишь, ты смотришь, а что тут так тихо-то, ё-моё? А оказывается, там у нас кладбище. И это как бы, ну да, я не спорю, там море 300 метров, но... И при том нужно ходить, да, до этого моря, проходить вдоль этой дорожки. Ну, мне бы было бы как бы ощущение, ну, как-то не очень, да. Из-за этого, а некоторые, Дим, так мне больше сказали, что они покупали, даже клиенты к ним отправляли деньги, там они заключали договора здесь в России где-то, они даже не видели этот объект. Это вообще смысл, страшно. Наверное, в том, что, наверное, отношение все-таки, наверное, то есть вот, ну, может быть, русских и европейцев, да, к этому немножко, к кладбищу, да, немножко не очень такой, всегда в депрессуху вгоняет. Да и не только русских и европейцев. Даже, ну, азиаты развивают, индусы. У них такая, у них то же самое, особенно у китайцев. Китайцы, они вообще все помешаны на фэншуй. Если вы будете в Азии, вы знаете, что 4-го этажа там нет, и 34-го. Там они заменены, например, там... 33А, или там где 4, потому что у них цифры там 4 связаны как раз вот именно с такой негативной обстановочкой. Ну, кстати, это в Куала-Лумпуре, так и в Азии. То есть даже в Куала-Лумпуре все равно они строят рядом. Да, ну, этот, в Куала-Лумпуре, допустим, я помню, мне один объект показали, да, он вообще супер, он в центре, но если ты купишь квартиру, и окно будет ее не на две башни Петронас, а окна ее будут на другой вид, то ты будешь видеть там кладбище. Это есть в центре Куала-Лумпура. На самом деле. То есть это даже не только рядом с морем, но еще и в центре есть. В центре города в самом стоит кладбище. И ты, когда покупаешь, допустим, объект за 400 тысяч долларов, да, и ну как бы каждое утро просыпаться, выходя на кухню и видеть кладбище, как бы, ну, не вариант. Ну, вообще, я не спорю, если там напротив башни Петронаса вид, то да. Вот. Затем, где еще интересные объекты? Объекты интересные... Я сейчас я расскажу, где я был, потом Дима расскажет по Европе, что он видел. Вы же тоже ездили там, много что видели. Дубай взять. Дубай, да, привлекательный в виде... Город очень привлекательный, очень много реально, вы сами знаете, миллионеров и так далее. У нас есть ролики. У меня есть там реально знакомые, которые живут там, в виллах там, по 10 миллионов долларов. Да? Феррари, вот, допустим, мы катались, это и лично... этих людей. Но там тоже все зависит от района, все зависит именно от застройщика. Ну,
Там качество все-таки же есть, да, я не спорю, в Дубае. То есть там вот вся вот эта юридическая составляющая, что объекты классные есть, есть классные объекты, но все-таки же я считаю, что чуть-чуть цена там на некоторые объекты завышенная. Вот на некоторые, ну, реально. Сам по себе город завышенный в цене. То есть... Очень завышенный в цене город, но... Здесь мы говорим немножко о другом, но это и город для... То есть с высоким ценовым порогом входа, в то же время это и люди пытаются там получить доходность повышенную. Ну, как бы мы не говорим сейчас про времена пандемии, сейчас мало. Сейчас, если меня спросят, какую вы доходность можете прогарантировать, ну, это, наверное, максимум 3%, 4% вообще в принципе по миру. Да, есть, Дубай довольно-таки дорогой город, он намного дороже, чем Москва. Все-таки, скорее всего, Москва сейчас не самый дорогой город. И когда я сидел уже хотя с коллегой... Хотя продукты снимал в магазине, там были недорогие. Нет, обычные, да, продукты, да, но цены в ресторанах, в кафе совсем другие, нежели московские. Наш коллега, который занимается недвижимостью в Дубае, он говорит, я когда прилетел в Москву, я вообще был в шоке, что почему так дешево. В Дубае рекомендовал бы вложиться, потому что, ну, все-таки ж... Защищенные инвестиции, и это реально самый безопасный, скорее всего, город в мире. Ну, один. Надо еще смотреть от района, то есть не просто так, мы, знаете, карту наберем, открываем карту Дубая и сюда вложились. Нет, это также надо рассматривать. Да. Если русские, они выбирают в основном нужен море, все, им больше ничего не нужно. Им там марина, либо вот сейчас там новые объекты, бичфронт. Какую доходность там дают сейчас, ты сейчас прилетел? Там? От 8%. 8%. Ну, давай так, это то, что обещают. Да не, я думаю, они сделают это, но... Ну как, там, вот... сложно сделать? Нет, на самом деле, выгоднее иметь квартиру, мне кажется, сейчас в Дубае, чем в Москве. Потому что там цена за квартплату намного выше, чем здесь. Там? Да. Нет, я сейчас говорю о том, что сейчас, как бы, ну, понятно, что везде все, у всех все плохо, я думаю, там население, как бы сейчас там туристов тоже не так много. Но они там хоть чем-то гарантируют, если ты покупаешь? Я вот, допустим, там есть, да, есть объекты, которые гарантируют доходность, прям, ну, по договору. Ты покупаешь, в течение 10 лет ты даже можешь отбить свои. А, то есть они в течение 10 лет гарантированно тебе выплачивают до управления? И вот реально в каких-то городах во время пандемии цены на аренду даже жилья упало, да, даже отели. Но в Дубае там ничего не упало. Там реально все стоит. Они как-то поддерживают этот уровень. И... Ну, не надо забывать, что Дубай это не только как бы туристы из стран ближнего зарубежья и России, да, то есть Дубай это Европа, это Саудовская Аравия, это Бахрейн, это туда едут отдыхать из других стран. Притом довольно небедные люди. Да. Дубай вообще говорит, нам тут бедные не нужны. Вот. А по Европе что, Дим? По Европе, но мне больше всего понравилось, когда мы были, у нас был есть такой коротенький ролик в Монако, и мы так и сказали, нет, это наш самый короткий ролик о недвижимости. Самая дешевая квартира, это 17 квадратных метров апартамент, стоит 1,1 миллиона долларов, ну, то есть так, 1 100 000. А доходность меньше 1% в принципе по городу. Ну, я думаю, Монако для чего? Для сохранения? Монако, нет, Монако нужно, нет. Монако это уровень, это старый свет. Это, там, во-первых, европейцы, кто там живет или там кто имеет, там не все имеют гражданство, ты должен быть, не просто ты купил квартиру и получил там паспорт, нет. Ты должен быть полезный человек в мире, то есть ты должен быть еще, обладать каким-то статусом. И еще для этого государству полезным. Да, полезным государством. И вообще в мире должен быть полезным. Если брать, например, Ниццу, да, или там Лазурный берег. То есть в плане там не продадут человеку неполезному? Там продадут, но тебе не дадут, допустим, гражданство. А через какой период времени там можно это получить? Тебе его могут никогда не дать. Ты должен доказать, что ты полезный обществу. Вот. Вообще обществу, не только стране, а вообще обществу полезны. То есть там людям с запутанной репутацией делать ничего. Никогда им не дадут, да? Его не пустят просто. Ну, как бы он будет ходить, может быть, на тусовки, но он в само общество, он не вольется. То есть именно в тусовку? Он будет просто приезжать, жить, смотреть на море, кататься там на этих яхтах, играть в казино и все. То есть вот все его. То есть там порой деньги даже не решают, да? Не решают. Все. В Европе, чем мне нравится в Европе, допустим, что там все решает связи. Токсичные. Вот, да, и, кстати, русские токсичные деньги, они как бы не всегда интересны.
Допустим, доходность, например, в Испании, то есть она сейчас очень маленькая. То есть там если будут вам говорить там то, что там 4 мы 5 дадим, нет, один. В лучшем случае он там, потому что там есть там налоговая база, там очень ставка налоговая. Еще не все апартаменты можно сдавать. Есть такие апартаменты, особенно в Барселоне. Там нельзя сдавать квартиру, которая не имеет лицензию на туристическую лицензию. Ее еще не всем выдают, а она дорогая. То есть квартира на одной площадке может быть, то есть в одном подъезде, на одном этаже, на одной площадке, даже одинаковой квадратуры. Стоить может по-разному, если в одной есть лицензия, а в другой нет лицензии. Да. То есть, потому что ты ее не можешь, не имеешь права сдавать. То есть разница может быть. Это нюансы, да? Да, это такие нюансики, да. То есть потом, ну, если даже рассматривать там кипрскую историю, там вот здесь, да, вот там есть проекты, которые можно там вот вытянуть до 7%, там еще есть. Вот. Но опять же, не везде, не так. То есть это нужно смотреть локацию. Вот, допустим, там сейчас в Ларнаке начала строиться марина, потом еще, если мы говорим сейчас Лимассол-марина, да, то есть то она уже там все как бы все продано. А, допустим, сейчас есть в Ларнаке начинает строиться, и, например, начинает строиться в, как это сказать, в Северный Кипр возьмем, да, там еще есть, там есть, оказывается, Северный Кипр, турецкая страна, которая да, не признана, да, но все равно там люди живут, инвестиции идут из Скандинавии, вот. И вот мы там рассматривали проект, вот как только объявили, что будет строиться марина, цены на недвижимость увеличились в 3 раза. Как только было получено разрешение вот на постройку, не только как, ну, получено и объявили, цена на недвижимость автомата выросла в 3 раза. То есть апартаменты стоили, которые стоили, можно было купить за 60 тысяч евро, они автоматом стали стоить 180. И они все равно разлетелись. Мы разработали 70 показателей, где вот есть доходность. То есть мы смотрим, там, допустим, квартира возле метро. Там, если, допустим, одна цена. То есть квартира возле метро, но есть там церковь, другая цена, она уже выше. Квартира возле метро с церковью и с хорошим торговым центром, еще цена выше. То есть, а если еще детский сад, школа, там, развлекательные парки и так далее, и начинает там, как вот это все начинает влиять на две вещи: на ликвидность и на цену. То же самое в Европе. Ну да, интересно. То есть для чего мы это рассказываем? Потому что мы реально сами ездили, сами летали и сами смотрели. То есть по своим каким-то делам, плюс объекты недвижимости для наших клиентов. И это очень важно, когда человек ориентируется. Вот даже друг мне в Дубае сказал, который занимается недвижимостью уже более 10 лет, который сам имеет там виллу, он мне сказал, я когда ко мне обращаются клиент и говорит мне, я хочу купить квартиру в Дубае, ну или недвижимость в Дубае, первый мой вопрос, он говорит, а вы вообще здесь были? Если мне, говорит, отвечает человек, что нет, вообще, говорит, у меня 99,9%, что, во-первых, он не купит ее, во-вторых, что я даже времени не хочу тратить, потому что это вообще... То есть нужно все-таки же прилететь и посмотреть. Вот так он мне объяснил. Здесь... Нет, ну так оно есть. Да? Но, например, если взять все-таки американскую историю, если, например, про недвижимость в Америке, да, то там очень-очень классно развито, вот, можно запускать бизнес, инвестирование в redevelopment называется. Это когда ты... У нас в России так это не развито, и так очень сложно все это сделать. То есть, когда ты покупаешь дома с банкротств, когда ты покупаешь просто старые дома и на переделку, то там можно там за 3 месяца в цикле, то есть, если ты делаешь, то ты в цикле можешь заработать 10% в долларах. Это очень большая доходность за 3 месяца. То есть, с одной стороны, как русские, знаешь, 10%, да я там сейчас, у меня там 100. Нет, то есть, это действительно хорошая доходность за 3 месяца. То есть, если в цикле гнать, то получается, у тебя будет там годовых там 30%. Но, опять же, это бизнес, он облагается налогами, он тоже есть высокорискованный, но, опять же, он защищен. Ты покупаешь дом, у тебя уже закреплена твоя финансовая подушка, то есть ты не куда-то там влил деньги. Вот в Европе, кстати, вот в Ницце, вот в Европе можно тоже рассматривать такую вещь, как redevelopment, когда ты покупаешь старую квартиру и ее переделываешь, ну, делаешь в ней ремонт, и потом ее сдаешь. Также вот многие сдают либо продают там уже с повышенной маржей. Да. То есть, получается, подведем итог, где если человек обратится к нам, да? Обращайтесь.
в наш Family Office, мы вам можем подобрать реально топовый объект. И уже не со сказками вот этими, что вот этот именно самый классный. То есть мы не продаем. Наша задача не обмануть там клиента, да, и так далее. Равно, в принципе, да. Где вы купите. То есть, где нам, то есть... Вообще без разницы. Но мы хотим именно предостеречь, чтобы вы не купили то, что потом, возможно, никому не нужно и будет. Даже потом сложно будет продать это.